63 килограмма. Третье место. Лариса Симоняна, Нижний федеральный округ Краснодарский край. Дарья Сердюцкая, Центральный федеральный округ Краснодарский край. Представляет участниц данной встречи, это Таня 2, Лариса Симоняна, 1999 года рождения, кандидат мастера спорта. Представляет Нижний федеральный округ Краснодарский край. Тренируется в дзюдо с 2007 года под руководством Комиссова Татьяны Владимировны. Лучший результат – третье место на первенстве России в 2016 году. Спортсменка синей дзюдо Сердюцкая Наталья, 2000 года рождения, кандидат мастера спорта. Представляет Центральный федеральный округ Московской области. Спортивное общество «Динамо». Занимается судом с 2011 года. В данный момент занимается консультатор Александр Анатольевич и ассортик Александр Анатольевич. Первый тренер – ассортик Александр Анатольевич. Лучший результат – первенство Центрального федерального округа. Первое место. Арбитр данной встречи Шматов Максим, Северо-Кавказский федеральный округ, Карачаево-Черкесская республика. Судья первый категорий. Представляем очередь. Поколение 4. Дело Тимонов, Прикула Зама, 2001 года рождения, кандидат мастера спорта. Представляет Сибирский федеральный округ Алтайский край. Тренируется под руководством Виктория Сергея Павловича. Лучший результат – первенство Северо-Кавказского федерального округа, Сибирского федерального округа, второго места. Сыном Тимонов Васильева Дарья, 2001 года рождения, кандидат мастера спорта. Представляет Сибирский федеральный округ Иркутской области. Тренируется под руководством тренера старика Владимира Александровича и Абрамова Владимира Сергеевича. Лучший результат тренера России среди 91-го места. Арбитр на катане Светлана Берехова, судья всероссийской категории, Северо-Кавказского федерального округа, город Кузнецк. Татами 2. Победу одержала Симонян Лариса, Южный федеральный округ Краснодарского края. И заняла третье место на сегодняшний день.